Подправились, и ничего страшного. Не так уж и много и осталось. Что-то какие-то постоянные задержки там у американцев происходят, все очень медленно. Ночью это особенно тяжело, конечно, для нас с вами, но зато оторвемся на турнире Cup of Russia на следующей неделе. Итак, Стейси Кэмп и Дэвид Кинг. Ну, в конце концов, мы тоже не идеальны с расписанием, правда же? Катаются под музыку из кинофильма музыкального «Суини Тодд».
Стейси Кэмп и Дэвид Кинг. Много наошибались и в произвольной программе. Еще одно последнее место. Точно так же, как несколько недель назад на Скейт Канада. Вам тоже спасибо. Уже не в первый раз Кэмп и Кинг серьезно ошибаются на подкрутке, в том числе. Сейчас чуть не рухнули с этого элемента. Публика аж выдохнула от неожиданности. Мариуш Зюдок, который сам катался всего лишь 2 года назад, жалеет своих подопечных. Ну, потому что партнер должен ловить партнершу за талию и аккуратно ставить на лед. Выброс тулуп они исполняют. На него заходили с такими довольно-таки испуганными лицами. Но сделали чисто. Вращение было абсолютно в разных концах катка, потом медленное и невыразительное совместное вращение. Затем еще один выброс в том же самом месте, что и предыдущий. Это уже был выброс Ридбергер. И очень болезненно, мне кажется, упала партнерша на лед. То есть могло быть еще болезненнее, если бы она вовремя не сгруппировалась. Потом напортачили в параллельном флипе. Ну, что сказать. Довольно-таки опасное времяпрепровождение в таком вот совместном катании, хочу я вам сказать. Дай бог, чтобы все обошлось до того момента, как они избавятся от большинства этих ужасных ошибок. 73 балла. Караул. Просто караул.